Всем привет, дамы и господа! Сегодня 19 октября 2024 года. И мы с вами находимся на деревенском пруду. Вышел я в конце рабочего дня покидать бресну, половить щучек. Начнем мы вот с этого вот места. Смотрите далее. Так, а вот у нас щучка попалась. Ребята, вот это щучка. Ай. Ай. Так, первая щучка есть. Первая щучка есть. Заглотила глубоко. Отпускать бесполезно. Так. Тихо. Вот она. Вот она, наша первая щучка сегодня. Ну давай, расковыривай. Куда деваться? Деваться некуда. Придется тебе расковырять хорошенечко. А вот и первая щучка ребзя попалась на мою любимую блесну вращалку Meps Ugly Long. Так, только что оторвал свою блесну, зацеп вон за ту корягу. Позже на лодке приплыву, попробую ее. Эту корягу вытащить и блесну эту освободить, если получится. Но это на следующей неделе. На следующей неделе это надо сделать обязательно, потому что блесна ловится. Перешел вот на такую старую блесну. Эту блесну я тоже ловил. Не так много, как мэпсом, но тоже. И здесь щучку поймал недели три назад.